С начала 1870-х годов Эдгар Дега с упоением рисует балерин. Он любуется их красотой и грацией во время репетиций и выполнения различных элементов за кулисами и на сцене, а также в редкие мгновения отдыха. Бесконечно повторяющиеся жесты и позы проходят лейтмотивом через зрелый и поздний периоды творчества живописца. Однако было бы неверным утверждать, что в своих работах Дега, очарованный классическими выверенными позами, делает акцент лишь на самих танцовщицах. Вовсе нет. Он первым из импрессионистов залюбовался красотой движения как такового. По выражению великого философа Вольтера, человек создан для действия. Не действовать и не существовать для человека одно и то же. Таким образом, движение, то есть сама жизнь, вот то, что попало в зрение Дега и стало предметом его непрестанного, неутомимого исследования. Изображая балерин, мастер зачастую прибегал к эскизной передаче жестов и поз. Безусловно, в полупрозрачных расплывчатых мазках гораздо больше динамики, чем в тщательно продуманном рисунке с четкими линиями. Но даже эта техника не сумела вытеснить любовь художника к черчению, ровно как не смогло завладеть им простое и ясное фотографическое копирование окружающей действительности. В этом и заключается величайшее новаторство Дега. Он сумел соединить воздушность эскиза, передающего мимолетное впечатление от увиденного, со строгостью классических форм. В грациозности танцовщиц он подмечал главное – ловил состояние, а затем, отсекая все лишнее, переносил на холст красоту движения, облекая его в ясный силуэт. Тема, к которой обратился Дега, для нового направления живописи подходила менее всего. Когда импрессионизм набирал обороты, классический танец с его мягкой и грациозной, но излишне отточенной, вычурной и порой даже декоративной пластикой интересовал в основном приверженцев академического искусства. Несмотря на это, художник с невероятным упорством, почти одержимостью, снова и снова писал танцовщиц. Вот они оттачивают мастерство на уроках. Вот они слушают замечания учителя после занятия, вот ожидают выхода на сцену, а вот они на театральных подмостках. К числу первых картин так называемой балетной серии относится «Репетиция», созданная около 1874 года. При взгляде на нее создается впечатление, будто художник нарисовал сцену, свидетелем которой был сам. Однако, как уже упоминалось, Дега редко работал с натурой и рисовал произведения по памяти либо по многочисленным эскизам. В 1888 году это полотно за 5220 франков приобрел Тео, брат Винсента Ван Гога. Иногда художник переносил на холст изображение сразу с нескольких эскизов. В таком случае ему приходилось подправлять отдельные элементы для гармоничного соединения фигур в цельную композицию,
соскабливать краску с холста и переписывать тот или иной фрагмент заново. Это отчетливо заметно в монохромной работе «Репетиция балета на сцене», где со временем истончившийся слой краски обнажил скорректированные детали. Картина, выполненная в серых тонах, была представлена публике на первой выставке импрессионистов в 1874 году. Один из художников, итальянец Джузеппе Денитис, приехавший по приглашению Дега, пришел от нее в восторг. Позднее, в письме своему другу, он упоминал, что платья балерин на увиденном им рисунке были такими прозрачными, а движения изображены так реалистично, что с трудом верилось, как такое вообще можно написать. Слово «рисунок» здесь не случайно. Из нейтрального молочного тона, подчеркивающего белизну балетных пачек, многие исследователи вслед за Денитисом воспринимали работу именно так. Вероятно, изначально репетиция предназначалась для последующей гравировки, и такая палитра должна была облегчить дальнейшую работу с произведением. Пожалуй, одна из самых известных картин Дега с изображением балерин написана в 1873-1876 годах. На ней показан конец урока в балетном классе. Несмотря на большое число изображенных фигур, композиция невероятно органична. Художник добился этого благодаря не только тщательно продуманному расположению всех элементов, но и колористическим рифмам. Так цвет лейки в левом нижнем углу картины перекликается с тоном бантов в волосах девушек и лент на их юбках, светло-зелеными стенами и более темными колоннами. В окружении учениц стоит балетмейстер Жюль Жозеф Перро. Он помещен практически в центр полотна, опершимся на палку, которой во время урока отбивают такт. Тем не менее, внимание зрителя в первую очередь обращают на себя женские фигуры, более десятка девушек, среди которых невозможно отыскать двух похожих. Вот одна балерина, усевшись на рояль и запрокинув голову, почесывает спину. Другая, с красным бантом и веером, стоит рядом и внимательно слушает учителя. Даже после урока в ее позе по-прежнему чувствуется некоторое напряжение. Не менее занимательны и остальные девушки. Они поправляют серьги, прически, платья и ленты, отрабатывают движения по замечаниям педагога или болтают. Еще одна интересная работа изображает сцену из повседневной жизни танцовщиц, занятия хореографией в скромной балетной студии. На незавидное финансовое положение школы указывает тот факт, что всего лишь одна стена со старой шелушащейся краской оснащена станком. Искусное соединение матовой палитры и рассеянного дневного света, льющегося из больших окон, рождает теплый приглушенный блеск. Изображение каждой балерины уникально. У всех разные прически, ленты на платьях и в волосах. Дега всегда стремился подчеркнуть неповторимость каждой танцовщицы на фоне их стремления к единообразному выполнению движений. Пальцы танцовщицы расплывчаты, скрючены или вовсе неразличимы. Лица слегка прорисованы лишь у девушек на переднем плане, выполняющих батмент. Зато многие и слегка согнутые в локтях руки исполнены с особенной четкостью и выразительностью. Художник намеренно сделал на этом акцент, ведь верно поставленный корпус – основа устойчивости танцора, а точное положение конечностей, выработанное в течение нескольких лет, помогает поддерживать баланс.
Совершенство поз подчеркивает и девушка, занимающаяся у станка. Левая нога идеально прямая, но корпус слегка отклонен, что указывает на незначительное отсутствие равновесия. В этой работе, сочетающей черты академизма и реализма, художник сумел продемонстрировать виртуозность реалистического исполнения через понимание сущности изображаемого. Еще одним излюбленным мотивом мастера становится то, что происходит за кулисами. Так на картине 1876 года изображена часть театра, невидимая зрителям в зале. Композицию образуют четыре фигуры. Три балерины, одна из которых стоит спиной к художнику, и человек в черном фраке и цилиндре. Судя по всему, мужчина. Это абонент, зритель Парижской оперы, которому предоставлялось привилегированное право доступа за кулисы. Он мог заглянуть сюда во время представления и даже пофлиртовать с балеринами. Вероятно, изображенный господин как раз и заигрывает с девушкой, но та не отвечает ему взаимностью. Отвернувшись и грациозно сложив руки, она опустила глаза в пол, тем самым выражая полное равнодушие к навязчивому поклоннику. Учитывая небольшие размеры и манеру исполнения, то есть густые мазки, полотно задумывалось в качестве эскиза для какого-то крупного произведения. В дальнейшем Дега, вероятно, расценил картину как самостоятельную и завершенную. В апреле 1881 года она с успехом была показана на 6-й выставке импрессионистов. Как уже упоминалось, Дега постоянно возвращался к своим работам, чтобы откорректировать в них несовершенные, на его взгляд, детали. Именно такая судьба ждала картину «Музыканты в оркестре», написанную в 1872 году. Мастер подарил готовое полотно одному из своих друзей, однако через 2 года попросил вернуть. Автору не терпелось внести изменения. Он обрезал примерно по 5 сантиметров с каждой стороны, а затем добавил полоску шириной около 25 сантиметров сверху, создав по сути совершенно новое произведение. Подобно оркестру оперы, здесь также использован принцип контраста. Светлые наряды балерин на сцене противопоставлены черным костюмам музыкантов, а тщательно прорисованный передний план поверхностно изображенному заднему. Интересна также работа танцовщицы в зеленом, где применен все тот же гениальный принцип обрезанного кадра. На переднем плане изображены несколько балерин во время выполнения сложного пируэта, но в полный рост написана лишь одна из них. Фигуры других обрезаны, словно приглашая зрителя домыслить композицию. На заднем плане видны девушки в оранжевом, которые, вероятно, ожидают выхода на сцену, либо только что закончили выступать. Их очертания размыты. Такой прием, обрезанные фигуры, смещение центра композиции, Дега позаимствовал из японских гравюр. В результате работа приобрела большую декоративность. Художник мастерски передал мимолетный характер движения главной героини с помощью быстрых пастельных штрихов, а также высокого наклонного ракурса. Зритель словно наблюдает за происходящим с балкона. Одним из первых владельцев танцовщиц в зеленом стал британский художник Уолтер Ричард Сикерт, большой поклонник Дега.
Многие картины балетного периода написаны пастелью. Эта техника подразумевает работу мягкими цветными карандашами без оправы, изготовленными из прессованных в порошок красок и связующего материала на шероховатой цветной бумаге. Белая поверхность мешает оценить насыщенность цветов. С ее помощью мастер сумел передать форму столь любимыми им линиями, штрихами и контурами. А сложные цветовые гаммы позволило создать по-настоящему живописные работы. Хотя в соответствии с современной музейной классификацией, пастель, ровно как и гуашь и акварель, относится все же к графике. Даже в неровной поверхности бумаги порошкообразные пастельные краски быстро осыпались, поэтому Дуга шел на различного рода уловки. Накладывал их в несколько слоев, использовал сочетание с гуашью, темперой, либо масляными красками, разведенными в скипидаре. Никому до этого и в голову не могло прийти подобное. Как правило, современники мастера, это касается и импрессионистов, и реалистов, в большинстве своем использовали традиционные методы европейского искусства, которые из поколения в поколение передавались от учителя к ученику. Однако не такого был Дега. Ему не давали спокойствия неуемная жажда открытий и возможность виртуозного владения различными художественными материалами. Любопытно, что впоследствии он пробовал нагревать свои пастели паром, а затем растушевывать размягченную поверхность с помощью кисти. Работы приобрели невероятную воздушность, трепетность, бархатистость и особый блеск. А благодаря использованию приема лессировки, нанесения тончайших слоев полупрозрачных красок поверх уже высохшего слоя, палитра становилась более сочной и яркой. Это хорошо заметно в выходе танцовщиц в масках. В данной работе передний план прорисован с особой тщательностью, а вот задний несколько смазан. Вследствие этого центральные героини становятся практически стереоскопичными, то есть объемными, рельефными, и словно выступают из пространства картины. Любопытно также, что изображения двух танцовщиц в масках по центру сцены почти зеркальные по отношению друг к другу и делят холст надвое. К обеим девушкам словно крылья притянулась накидка, стоящей позади балерины, образуя тем самым классическую треугольную композицию. Передний план представляет собой двойной портрет. Моделями художнику, скорее всего, послужили двоюродные сестры. Мастер буквально заставляет смотреть на девушку зеленым, даже если зритель целенаправленно пытается сосредоточиться на героине в розовом. Во-первых, привлекающая внимание танцовщица изображена на темном фоне. По всей видимости, это реквизит. Его рваная форма непроизвольно останавливает на себе взгляд и является своеобразным продолжением волос, украшенных сверкающей заколкой. Во-вторых, голова девушки направлена вниз и в сторону. Балерина словно на секунду замешкалась и вот-вот обернется. Этот элемент композиции является отправной точкой зашифрованного в картине кругового движения. Оно начинается с поворота головы левой модели, затем плавно переходит на подол ее пачки, далее на поднятую голову правой модели, которая ослабляет туго затянутую ленту на шее. Подобный прием мастер использует еще раз двумя годами позже. Он появится в «Гладильщицах». Интересная палитра картины. Дега намеренно использует ненасыщенный оттенок красного цвета. Он словно подшучивает над зрителем, заставляя его, несмотря ни на что, первым делом обратить внимание на девушку в зеленом. Вообще, период с 1875 по 1885 год является самым плодотворным для французского живописца в плане технических экспериментов.
Некоторые его картины, начатые акварелью и гуашью, позже были завершены с использованием пастели, масла и чернил. Примером работы, выполненной в совмещенной технике, может служить изображение веера 1879 года, которое было представлено на 4-й выставке импрессионистов. Позже его владелицей стала художница Мэри Кассетт. К концу 1870-х годов рисунок у Дюга заметно упростился. Теперь он мог передать тело человека в движении с помощью одного лишь контура. И при этом работы не утратили глубины и сложности. Кроме того, художник начал очерчивать углем контуры фигуры и объектов, сводя детали почти к минимуму. Что касается колорита, то в нем стали преобладать голубые, зеленые, розовые и пурпурные оттенки, благодаря чему произведения приобрели практически осязаемую свежесть и удивительную звонкость.